Черкесские ввели единую транспортную карту, которой можно оплачивать проезд в любом муниципальном транспорте города, автобусах, троллейбусах и маршрутках. В чем их преимущество, расскажет Ольга Савенко. Новый проект разработан с помощью мэрии Черкесска совместно с партнерами «Золотая корона», ПАО «Сбербанк» и некоммерческой организацией «Расчетное решение» согласно 54-му федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники. Транспортные карты Черкесска представлены в трех видах. Абонемент для граждан, для юридических лиц и простая карта, которую можно пополнять на любую сумму. Как говорят в пассажирско-транспортном предприятии номер один, это сделано для удобства пассажиров. Эта карта предназначена для тех видов категории лиц, которые не имеют банковских карт, но могут воспользоваться этими картами на условиях скидочного процесса. Действительно, использование транспортных карт имеет ряд преимуществ. Сегодня оплата проезда в общественном транспорте города при наличном расчете составляет 19 рублей, при безналичном – 17. Используя новую транспортную карту, чем больше ездишь, тем меньше платишь. Первые 10 поездок здесь будет 17 рублей. Вторые – с 10 поездки по 20 поездку – 16 рублей. С 21 по 30 – 15. И так вот скидочный процесс идет. В итоге стоимость следующих поездок составит всего 13 рублей. Воспользоваться новой услугой несложно. Для этого нужно всего лишь войти в приложение «Сбербанк». Находим образование «Транспорт». Следующая графа. Ищем транспортные карты. Ищем город Черкесск. Вот, пополнение транспортных карт, город Черкесск. Заходим сюда, вводим номер карты, например, 123. Продолжаем, пополняем и ездим комфортно и гораздо дешевле, чем раньше. На сегодня весь муниципальный общественный транспорт Черкесска оснащен терминалами безналичных расчетов. До конца текущего года соответствующее оборудование будет установлено и во всех автобусах индивидуальных предпринимателей, обслуживающих городские маршруты. Данные транспортные карты будут работать у всех перевозчиков. То есть это троллейбусное управление, ПТП-1 и индивидуальные предприниматели. Оплата проезда безналичным способом пользуется все большей популярностью горожан. Сегодня доля тех, кто оплачивает свой проезд банковскими картами, составляет почти 50% от общего числа пассажиров. Приобрести транспортные карты можно по адресу: город Черкесск, улица Кавказская, 60. В ближайшем времени это можно будет сделать у любого водителя муниципального транспорта. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.